опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о цели. Ты, сударь, но по глазам вижу честный. Откуда пришел? Служу вечному огню! Не торопись! Чего надо? Я Ростон Мукс, и мне нужна помощь в очень важном деле. Что за важное дело? Я прибыл сюда по делам. К сожалению, на другой стороне реки, на том конце моста, на меня совершили нападение. Я засветил грабителю по башке бутылкой благородного краснолюдского напитка. Но нападение частично удалось. Ты скажешь мне, наконец, в чем дело? Коротко и ясно. Вор сбежал с моими бумагами. Очень важными бумагами. И мне бы хотелось, чтобы ты мне их вернул. За даром я тебе помогать не стану. Это-то я знаю. С
тех пор, как мир стоит, ни один ведьмак за даром еще пальцем не пошевелил. У меня в подошвах сапог спрятана горсточка крон. Я их тебе отдам в обмен на документы. Посмотрю, что удастся сделать. Ох, последняя моя надежда. Если у него не получится, я уже не знаю. Когда-то давно я тоже поверил одной женщине. Эй, ты, а за нее я видел тут где-нибудь тёлочек? Отлично. А я всего одну и да. Ничто не причиняет такой боли жизни. Дайте, сударь, на хлеб, сударь. Да нет, не так. С ножом на «е». Большая, долгая «е» звучит, как детский плач, понимаешь? Такое сообщение на подсознательном уровне. Гнался я за этим братком аж до самого сада. И как? Догнал! Ну чего еще? Я новый повар. А за спиной у тебя ножи кухонные. Убирайся отсюда, приблуда. Еще чуточку, я смогу бросить эту работу. По всему городу ходят слухи, что тебе нравятся такие, как я. Не отпирайся, цветочек. Кто ты и что здесь делаешь?
Отвечай немедля, или я вызову стражу. Прости, что я пролез к тебе тайно. Я Геральт, друг барда Лютика. Геральт из Ривии? Ведьмак из песен? Ты что тут делаешь, приблуда? Как ты сюда попал? С главного входа я никого не пускал. Великим солнцем клянусь, барышня. Молчи, я все улажу. Следи за выражениями. Это Фредерик Франсис де Бержерак. Новый учитель фехтования, верно? Веди его в зал для занятий, я вскоре присоединюсь. Но, госпожа, он еще минуту назад говорил, что он повар. Это обманщик. Видишь, Фредерик, говорила я тебе, не шути со стражниками. У них совсем нет чувства юмора. Проводи господина де Бержерака в зал для занятий. Живо. Так точно, барышня. Надеюсь, ты знаешь, во что ввязываешься. Я тоже. Барышня Роза – та еще бестия. А как дорвется до клинка, не знает жалости. Деревянный возьми. И смотри, барышню не повреди. А то господин посол За мной. Ты мой новый учитель? Ну-ну, в этот раз папа расстарался. Начнем с деревянных мечей. Я должна знать, чего ты стоишь. Хороший бой. Ты гораздо лучше, чем предыдущий. На самом деле я не учитель фехтования. Нет? А кто? И каким чудом ты сюда попал? Я ведьмак. И я ищу... Ведьмак? Великолепно. Всегда хотела познакомиться с ведьмаком. Это так оригинально. Что такого оригинального? Жить на грани, одолевать монстров, спать под открытым небом. Ах, это должно быть чудесно. Особенно, если сражаешься с Ригером, стоя по шею в сточной воде. Ну да, есть свои трудности. Погоди, ты хотел о чем-то спросить? Я пришел спросить про твоего учителя риторики, Лютика. Учителя риторики? Тоже мне учитель. Это папа его нанял для риторики. А он играл, пел и воображал себе неизвестно что. Но между вами были некие отношения? Ну, если считать отношениями, что он за мной ухлёстывал, то... Даже тогда между нами ничего не было. За наш счет развлеклась моя сестрица. Ну все, хватит пустой болтовни. Становись. Я требую реванш. Еще можно сдаться. Чтоб тебя! Может, ты не учитель фехтования, но мог бы им стать. Не хочешь дать мне пару уроков? Нельзя отказывать, если дама настаивает. О чем это вы там шепчетесь, голубки? Ты спрашивала о моих отношениях с Лютиком? Вот и виновница всего недоразумения. Эдна Вар Атре. Главная склочница к югу от Яруги. Погодите, погодите, значит, Лютик вас перепутал? Бывало, но тогда Роза быстро приводила его в чувство. Закрой на минуту свой зловредный ротик, сестричка. И позволь мне объяснить. Эдна посылала Лютику любовные записочки от моего имени.
Он по своему тщеславию, конечно, всему верил. А мне оставалось осаживать престарелого барда, если он переходил границы. Роза, у меня были самые благие намерения. Я помогала тебе сделать первый шаг. Я же видела, как ты краснела, когда он декламировал свои вирши. Я тебе сейчас погребальную элегию продекламирую, если ты не прекратишь. Спокойно. Ни один поэт не стоит того, чтобы сестры вцеплялись друг другу в волосы. Особенно такой бездарный. Мне надо понять, кто-нибудь из вас видел Лютика в последнее время? Может, Эдна? Я точно нет. Сестричка, я бы не отважилась встречаться с человеком, которому ты пылаешь тайным чувством. Как пылать к нему тайным чувством, если он воспевает таланты другой? Я еще не спятила. О ком говорил Лютик? Вы знаете о ней что-нибудь еще? Она должна быть поэтесса или трубадурша. Очень способная и необычайно талантливая, разумеется. Женщина, о которой вы говорили, она не из этих краев? Помню, он восхвалял ее певучий коверский акцент. Это даже похоже на правду. Пару раз он назвал ее циранкой. В ковере такие чудные имена – обычное дело. Надо будет спросить у Золтана про эту циранку. Лютик вел себя в последнее время как-то необычно. Вы не замечали ничего странного? Скорее нет. Оставь ее в покое, Геральт. Она так влюблена, что не заметила бы, превратись он в волколака. Эдна! А что? Скажешь, его уроки были обычными? Он нас даже на кладбище водил. Уроки риторики на кладбище? Странно даже для Лютика. Он хотел, чтобы мы навестили могилы профессоров. Окончилось тем, что стал расспрашивать нас про марграфа Хенкеля. Это кто? Старый свихнувшийся сморчок. Умер недавно. В молодости, говорят, он был меценатом. Готов поспорить, вы отлично разбираетесь в политике. Ну, мы слышим, что говорят вокруг. А что тебя интересует? Мне интересно, как решится судьба. Папа говорит, все зависит от... А при чем здесь... Каждый ребенок знает... Анна его ко... А вот еще что. Рад был с вами поговорить, но... Приятно... А как же наши уроки? Ты умеешь убеждать, господ... Давай завтра... Здесь же, в тот... Договорились. До свидания. Гроза, мать ее. Эта башка-то как крутится! Бабушка, спасите!
молоток! Того! Стражу позовите! Словно нечисто... Не крутись тут! Наимерзейшая падаль стянулась! Латва, не так быстро. Как дела, Пуся? Скучала по Золтану, старушка? Ну вот и ты, наконец, познакомился с моей Пусей. Она вот-вот заговорит. Это наследница фельдмаршала Дуба? Откуда она у тебя? А, купил на распродаже вещей какого-то чародея. Охотники за колдуньями вместе с вечным огнем устроили на него засаду и выкурили беднягу. А барахло его выставили на продажу. Я там как раз проходил и увидал клетку с совой. Ну да, не смог устоять. Ну, ясное дело, не смог. Ты узнал? Девушка, но в моем списке таинственная избранная... Кто она такая-то? Как... Это Присцилла! Кто же еще? А кто такая эта Присцилла? А, трубодуша. В последнее время очень популярная. Представь, что Лютик переменил пол. Вот и будет полная картина. Звучит страшно. Так втрескался... Ну что... Это... Надо с ней. Присцилла... Так что нас ожидает? Встречаемся в городе.